нас в центральном офисе закончился ремонт. Наконец-то. Ну, кстати, мы быстро успели, буквально за пару месяцев. Причем не прекращали работу. В вечернее время делали ремонт. Значит, и я думаю, интересно, кто сейчас вот думает, там офис улучшить, не улучшить из бизнесов, не только из агентств недвижимости. Могу сказать, это того стоит. В итоге что получилось? Значит, сделали несколько вещей. Первое, мы подняли потолки. Вот если внимательно посмотреть, то у нас здесь по потолкам сейчас современная система вентиляции проведена везде. И увеличили высоту потолков. Представьте, оказывается, раньше у нас был, как правильно это называется? Подвесные потолки, забыл слово. Подвесные потолки и сантиметров 70, представляете, вот не было. Да, сейчас вот высота совершенно другая, и офис стал по-другому смотреться. То есть всем рекомендую. Нельзя, мне кажется, на сегодня подвесные потолки в офисе. Второе, вентиляция. Третье, смотрите, свет сделали современно. Он там экономит до 40% энергии, наоборот, на 50% мощности больше. Вот. Потом дальше. Полностью поменяли мебель, вообще всю. Так, фирменных цветов добавили. Там вот можно вот найди свой дом. Это же, мне кажется, крутая идея, да, сделали, что это прям видно. Вот, пойдемте, наверное, уже смотреть. Мария, давай, расскажи, как вот вообще видоизменилось все. Давай, вот буду микрофон. Очень такой красиво, будет. Очень так легко дышать стало. Ну, много пространства появилось, добавили. Да. Как будто бы аж коридор расширили. Все тоже приходят, говорят, вау. Слушай, я забыл сказать, мы еще везде цветы сделали. Да. Слушай, цветы реально вид придают, да? Все-таки зелень в офисе – это круто. Да, очень красиво. А? Не, серьезно, мне прям самому нравится. Знаете, я не любитель, если честно, прямо на это обращать внимание, да, но даже вот мне что-то понравилось. Так это реально, я сам удивился, если честно. Вот, поэтому мы пойдемте сейчас посмотрим. Сейчас еще утро достаточно раннее. Вот, и поэтому еще не так много у нас людей. Mm-hmm. У нас где-то обычно с 10:30, да, такой? Ну да, поток. Поток начинается, да. Поэтому у нас еще пока спокойно, как раз можно все там поснимать, да. Вот, пойдемте посмотрим. Вот эти вот красные штучки сделали, видите, так добавили, хорошо смотрится. Так, ну так вот выглядит у нас стандартное клиентское место. Когда люди приходят, да. Вот, давай, вас покажем. Технику обновили, нормально тут все стало, белые клавиатуры. Правда, вот эта кнопка какие-то, кнопка, кажется, старенькая. Смотрите, клавиатура это, а кнопку старую сделали. Экономика должна быть экономной. Явно кто-то это... Слушайте, с одной стороны, молодцы, вместо того, чтобы новую покупать, да, взяли, заменили две кнопки. Но это показать нормально, слушайте, правильный подход. Но а еще бы, знаешь, что надо было покрасить, знаешь, а до конца не додумали. Вот, все нормально. А? Во всех, заметьте, во всех. Во всех да, есть. Кроме этого. Ну, это случайно получилось. Так, ладно. Пойдемте посмотрим, как в переговорках у нас оборудовано, да? Так, сразу скажу, стулья еще новые, не все пришли. Успех – это сумма маленьких достижений, повторяющихся за дня в день. Полностью согласен. Потому что добиваются успеха не самые там талантливые, просто трудоспособные. А все остальное – это сказки. Точно? Точно, совершенно. Вот, ну что у нас тут есть? У нас, ну, цветы. Цветы не всегда стоят, если откровенно, да, потому что с этого... Но мне кажется, может, их надо нам почаще ставить. Мне кажется, красиво. Тоже новый телевизор везде купили, большие. Потому что ВКС бывает отсюда, онлайн-задатков очень много с другими городами. Вот поэтому у нас все оборудовано для переговоров с другими городами. Вот, тут деньги, счетные машины стоят. Счетные машины, знаете, в каком-то банке взяли почти на всю сеть. Кто-то банк какой-то закрылся, и мы купили вообще по дешевке. Вот. Ну, хорошие качества, они там с распознаванием, все как надо. То есть, отлично. Вот, клавиатура. А, принтер, кстати, тоже всем советую. А? Уничтожающая машинка вот стоит здесь. Шреддер, так называемый в России. Шреддер. Чего его шреддер называют, непонятно вообще, кстати. Так, вот это тоже, ну, чтобы удобно, знаете, чтобы все тут цикл полный был, и чтобы тут все это дело происходило. Вот здесь у нас очень хорошая вентиляция, обратите внимание. Это мало кто обращает внимание. Вентиляция, да, стоит в системе, тоже сделали. Тоже потолки достаточно высокие. Вот тут, ну, потому что в переговорах все важно, поверьте нас. Я вот иногда, знаете, приезжаю и смотрю, нету этой вентиляции в переговорах. Тут такие страсти иногда кипят, если честно, я вам серьезно говорю. У нас там, ну, случаи всякие бывают. Вот, пойдемте еще посмотрим, что у нас тут, как. А, ну вот такие цветы мы тоже здесь, тоже, чтобы, знаете, красиво было. Все.
Так, ну там у нас конференц-зал, готовится мероприятие какое-то. Пойдемте посмотрим, кстати. Так, что у нас тут готовится? Здравствуйте. Русская школа. Мини-бей. А, мини-бей, да? Здравствуйте, здравствуйте. Так, вот это мы не ожидали вас это тут увидеть. А? Да, давайте я вас обниму. Я знала, а? Что вы а? В Тюмени. Давайте вас обниму. Я искренне рада вас видеть. И я отслеживаю вас по соцсетям. Будьте добры. Ну, последнее время вы пропали. Я восстановил все, да. все. Я очень много мучаюсь. Слушайте, я присоединюсь, обязательно часть послушаю. Ну, первые минуты, это часик ну, послушаю. Конечно. Там, конечно. Слушайте, очень мне приятно. Мне вообще все нравится, что вы говорите. Да? Все, да. Спасибо все большое. Оптимистично. Не, ну я такой есть. Да. Вот. Ладно, спасибо большое. Я еще это зайду. Хорошо. Все, спасибо, очень приятно. Да, еще зайду. Так, Наталья, это, ну, я считаю, монстр образования в HR. Да, то есть я не знал, что она у нас есть откровенно. Да, у нас сейчас... А ты мне не сказала, кстати. Это сюрприз. У нас у нас мини-MBA, наш корпоративный курс, который мы организовали для наших сотрудников. Вот, это один из блоков с Натальей Самолкиной. Да, слушай, круто, молодец. Хорошо сделали. Привет. Съемка идет. А, нет, у нас это в живом эфире идет это такое полупрофессиональное видео. На видео, знаете, что всегда плохо? Иногда приходится так официально говорить, и оно как-то, мне кажется, плохо смотрится, а когда вот оно естественно, да, оно как-то получше получается. Во, кстати, самое главное, давайте я покажу цветочный ряд, что называется. Вот эти вот цветы, слушайте, я их рекомендую на самом деле. Они хорошо смотрятся. Такие, цвет приятный такой, дает картину другую. Вот, видите, так вот, раз, так и это, взгляд. А, еще что важно, мы убрали вот тут вот всю, у нас тут стояло, нагроможденное все было, вот здесь. И мы решили, что, ну, как-то плохо смотрится, да, и решили вот всю входную группу полностью убрали, всю раздатку, все, мы ее туда перенесли. И сейчас, когда заходишь, все так это, четко. И вот смотрите, ну, реально красиво, на мой взгляд. Так, еще же я забыл, у нас же на первом этаже клиентская зона тоже. В общем, вот это наше такая хорошее, наше регионное присутствие. Дубай надо добавить, кстати. Надо это ты все, еда? Да? Да, добавьте, добавьте. Пойдем. Гардероб пока не меняли, но вы знаете, главная фишка нашего гардероба по цветам все. Обратите внимание. Вот светлые со светлым. Я как-то уже показывал, но у нас ничего не поменялось. Здравствуйте! Вот там вот зелененькие у нас, тут темненькие. Слушай, мне кажется, это очень круто вообще. Фантастика. Здравствуйте. Так, ну и здесь давайте посмотрим быстро. Так, тоже тут у нас красиво достаточно. Вон там электронная регистрация. Так, ну еще, знаете, я тоже хотел показать, что мы на самом деле находимся в исторической части Тюмени, в самом центре. У нас, посмотрите, тут виды какие. Вот такие дома, это все 19 век постройки. Там где-то начало 20-го есть, там вот церковь, которая с 18 века, по-моему, кресло. Ну, кресло уже какое-то, видите, уже не первой свежести. Пользуется спросом. Так поэтому не первой свежести, что пользуется спросом. Так, и еще забыл еще рассказать, самое важное, мы еще туалеты обновили. То есть, ну, там это, мы, наверное, не будем показывать, да, но они классные стали. Потому что все-таки, ну, туалет – это важно тоже. В любой организации. Конечно, тем более для клиентов. Да. Вот, поэтому, ну, все, вот так вот, наверное. В общем, в целом, кто сейчас, я понимаю, что время сложное, да, для бизнеса везде, но эффект такой сверхположительный. Просто приятно сейчас. А, и самое важное, у нас скоро будет новый ресепшн. Вот, но мы его еще дизайн выбираем, да, у нас там дискуссии идут внутри, потому что ресепшн – это лицо компании. Все-таки мы у нас уже там огромное количество городов и стран, и тут, мне кажется, вот в головном офисе, ну, прям это красиво должно быть. Да. Прям, чтобы вау-эффект был, что называется. Будет. 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 Это еще одно видео. Нужно да, будет. Да, да, да. Оля, проходи. Так, Оля, как тебе, кстати, новый офис, расскажи. Очень нравится. А? Нормально? Очень нравится. Пользуюсь возможностью, хочу попросить тоже у себя стены разрешить. Ладно. Сейчас, секундочку, подождите. А что нужно? Ну, я бы хотела вот здесь еще цветочки сделать. Вот тоже нам мотивационные какие-то эти сделать, да? Ну, чтобы было комфортно. Туда, да, у вас? Ну, сделаем все, давай. Здесь такую... цветочки, там цветочки. Да, кому я только за, я вообще считаю, много цветов должно быть. Да. Тем более у нас Сибирь. Видим, у нас очень приятно.
Вот там сделали ремонт, но что-то они у себя там не расставили, мне кажется, красиво. Может, потом они поменяют. Ну, мы их... А нет, там мебель полностью поменяют. А, ну, поэтому они ждут, пока уже нет. Так, ну ладно, мы и так уже много в эфире. Да, все, спасибо. Все. Спасибо всем большое за внимание.